дети идут по проезжей части. Здесь даже едет, настолько заужено. Вот подростки что ли, да? Видели? Видел. Ну, тут надо заужение координировать. Тротуары на улице Подлесной в Ахунах буквально утопают в снегу. Из-за этого пешеходы вынуждены, рискуя жизнью, ступать на проезжую часть. Глава региона подверг резкой критике работу коммунальщиков. В неудовлетворительном состоянии находятся и дорожки на мостах. Так-то можно пройти. А вот по той стороне моста пройти вообще невозможно. Там волчий тропик. Да и здесь по-большому. О некачественной уборке снега во дворах и на тротуарах много обращений поступило в адрес главы региона в социальных сетях. При этом подобные проблемы существуют в каждом районе областного центра. Пензенцы с улицы Кижеватова неоднократно жаловались на недобросовестную очистку лестницы. Впрочем, к визиту главы региона ее привели в надлежащий вид. А вот военный городок остался без внимания коммунальщиков. Куда надо загонять технику, надо загонять людей. Вы видите, что тут творится? Это еще неделю назад или полторы недели назад, после того, как я побывал, еще относительно почистили. А так тут вон люди по сугробам лазят, ноги ломают. И там отнесли дорогу, что ли, да? Олег Владимирович, вот здесь вот только вот вывозить, видите, какие они узкие дороги, только вывозить снег. Надо так вы что хотите, чтобы здесь я хочу сказать, что в таком безобразном состоянии военный городок никогда не. Лидером по обращениям горожан о некачественной уборке снега стал Октябрьский район. Перед приездом губернатор часть территории все же успели привести в порядок. Глава региона поручил в течение суток исправить ситуацию во всем городе.